Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе и в Инстаграме. Все ссылочки в описании. Сегодня 20 июля. Я нахожусь на Агурских водопадах, а точнее здесь, на реке Агура, где есть грязевой источник. Вот как он выглядит. Здесь стоят будочки. Там вытекает грязь. Сегодня жара. МЧС прислала предупреждение, что 39 градусов. Температура моря где-то 25-27. Вот смотрите, грязь. И все это вытекает вот сюда. Люди намазываются, купаются. Загорают, вот посмотрите, у женщины все руки в грязи. Сам тоже только что намазывался, сейчас иду смываться. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!